Новые технологии, глобализация и автоматизация, экономические изменения заставляют рынок труда трансформироваться. Это меняет список самых востребованных сегодня профессий. Нехватка кадров сейчас ощущается во многих сферах, так как демографическая и квалификационные ямы оказывают существенное давление. Наш корреспондент изучил потребности реального сектора экономики в молодых специалистах и то, насколько система образования откликается на эти запросы, а также готовы ли тверичане подстраиваться под новые вызовы времени. Популярность профессий будущего определяется основными технологическими и бизнес-трендами. Ежегодно на рынке труда появляются новые специальности, которые быстро доказывают свою актуальность. Если раньше ценились добропорядочность, ответственность, преданность, постоянство, честность и трудолюбие, то современные специалисты должны быть максимально гибкими, креативными и умеющими подстраиваться под ситуации и адаптироваться к постоянным изменениям. А какие профессии считают востребованными тверичане? Я считаю инженер. В целом, в основном сейчас медицина развивается хорошо, и инженерно, технические направления тоже неплохие. Возможно, что-то в IT, и, возможно, это будет туризм. Просто я как человек, который учится как раз-таки на этой профессии, то, наверное, да. Это всегда актуально. Все хотят всегда кушать, все хотят путешествовать. Гостиницы никогда не закроются. Какую-то вы чепуху спрашиваете, Административный персонал, потому что у нас сейчас в последнее время очень мало людей, которые разбираются в дело производства. Грамотная, слаженная работа с документами и порядок в этом направлении все-таки поможет разобраться другим подразделениям в своей работе. Потому что если один, грубо говоря, важный документ не дойдет до какого-то отдела, работа уже отдела не пойдет так, как нужно. Военные структуры, МВД. Пожарные. На них всегда учились и буду учиться. Мне кажется, строитель. Почему? Стройки много идет, ремонтов. Сейчас очень много IT учатся, но мне кажется, любая профессия и нужна, и престижная. Все нужны. Как говорится, все профессии важны и все профессии нужны. И у тверичан по этому поводу разные мнения, но все сходятся в одном. Нужно выбирать направление по способностям, желанию и полученным компетенциям. Кстати, на сегодня в Верхневолжье самым популярным вузом среди абитуриентов является Тверской государственный университет, который предоставляет 62 программы обучения и 1036 бюджетных мест. Стоимость обучения по договору от 42 тысяч рублей в год и выше, в зависимости от направления. Далее по востребованности идет Тверской государственный технический университет, предоставляющий 42 программы обучения и 589 бюджетных мест, стоимость обучения от 52 тысяч рублей и выше. И, конечно же, Тверской государственный медицинский университет, предлагающий 4 программы и 370 бюджетных мест, а стоимость обучения там минимум 163 тысячи рублей в год. При этом очень важно, чтобы вузовские программы были релевантны запросам рынком труда. И это уже другая обширная и важная тема.